Всем добрый вечер. Меня зовут Анастасия Игольникова, креативный директор брендингового агентства Mildberry. Сегодня я вам расскажу наш интересный опыт динамического брендинга с нашим бизнес-партнером и клиентом международной компанией Yummy United, компанией, управляемой детьми. Пару слов о контексте, в котором мы оказались 3 года назад. Задач становятся больше, задачи становятся сложнее, проекты становятся кроссфункциональными, мультиканальными. Все прекрасно об этом знаете. При этом скорость принятия решения увеличивается, а горизонт становится меньше. Все больше становится неопределенности в связи с пандемией и со всеми событиями, которые происходили. И возникает потребность в бизнес-партнере, который может быстро адаптироваться и иметь высокую степень вовлеченности в проект и в процессы клиента. И мы попробовали провести такой эксперимент, где из классической линейной модели, в которой клиент в целом отстранен от всех процессов, в особенности креативных процессов, шагнули в модель, где клиент и его задачи становятся центром, клиент и его команда имеют полный доступ в режиме реального времени абсолютно до всех экспертов агентства, до всех процессов и, что самое интересное, до креативных процессов и всех креативных разработок. Такая модель требует серьезного увеличения темпа, увеличения интенсивности разработок. И тем самым мы приходим к тому, что за очень быстрый промежуток времени мы добиваемся качественного результата. И цена ошибки для бизнеса клиента уменьшается. Эту модель мы решили реализовать с компанией Yummy United, которая производит продукты детского питания. И чуть подробнее расскажу про сегмент. Сегмент бренда – это 8-12 лет. Исторически сложилось, что в этом сегменте не создавали потребительские бренды. Но это неспроста, сегмент сложный, мало опыта взаимодействия с этим сегментом. И, что немаловажно, для детей в этом возрасте, 8-12 лет, родители перестают быть авторитетом. Они теряют свой тотальный контроль, и новыми авторитетами становятся одноклассники, друзья, модные, популярные инфлюенсеры. И что самое важное, в этом возрасте у ребенка проявляется характер, проявляется идентичность, и он уже начинает мыслить не по шаблонам, которые рассказали ему родители, а мыслить самостоятельно. Это и легло в целом в основу концепции, и Yummy United – это международная компания, которая производит продукты питания для детей, и все продукты, все дизайны, все коммуникации были разработаны при участии детей и на основе детских идей. Ядро компании – это уникальный формат взаимодействия с аудиторией, и в его основе лежит детский совет директоров, постоянно переизбираемый и постоянно действующие и регулярно переизбираемые раз в, получается, в 4 месяца. Играя роли директоров, дети учатся развиваться, они предлагают идеи продуктов, коммуникаций, дизайнов, героев, всего, в принципе, что происходит в компании. Они дискутируют со взрослыми специалистами. Они выбирают те решения, которые в дальнейшем компания внедряет в производство и реализовывает. Немного хроники, кратко расскажу. В мае был запуск проекта в Италии и стартовали продажи уже в сентябре. В феврале 2020 года проект стартовал в России в эксклюзивном партнерстве с «Магнит», с торговой сетью «Магнит». И в июле 2020 года были первые продажи продуктов на торговых полках «Магнит». В октябре 2020 года сформировался второй уже независимый совет директоров и была серьезно расширена дистрибуция, как офлайн, так и онлайн. Февраль, июнь были сформированы третий и четвертый детский совет.
И также мы начали разрабатывать большой ЗОЖ-портфель детских продуктов. Чуть расскажу про запуск в Италии, потому что отличается подход к выбору продукта. В Италии Yummy United запустилась с творожными сырками, что было уникальным предложением на рынке Италии. И также было важны инсайты родителей детей, так как им не хватало вкусного, но при этом полезного лакомства для их детей, полезного снека. А вот выбор, подход к разработке продуктов в России, он отличается. Здесь уже играет роль сам ребенок, и выбор ребенка «я хочу» становится ключевым. Ребенок сам инициирует покупку и может сам купить продукт на свои карманные деньги. За всю историю существования компании было 5 созывов детского совета директоров по 40 директоров, то есть по 40 детей, 2000 победителей конкурсов и участников различных проектов Yummy United, 1200 детей были приглашены в отборы детского совета. По идеям детского совета директоров было разработано и реализовано 33 SKU в 6 категориях. Это были творожные сырки, молочные коктейли, соки, детские завтраки и молоко и фруктовый смузи. Теперь подходим к самому, наверное, интересному в этом проекте. В целом концепция Yummy United, она раскрывается именно в интегрированных коммуникациях и в омниканальном маркетинге. То есть упаковка становится лишь точкой входа во взаимодействие с аудиторией. Уникальные QR-коды, которые располагаются на упаковке, приводят на два игровых мобильных приложения. Дальше ко всему к этому подключаются всевозможные социальные сети и челленджи в них, свой собственный YouTube-канал и пиар-проекты со СМИ и с разными ритейлерами. Один из приложений Yummix 3000, который мы разработали по детским идеям, это, можно, пожалуйста, видео? Да, механика простая, сканируется QR-код, который приводит тебя на страницу приложения, где ты выбираешь понравившегося тебе персонажа и дальше развлекаешься с ним в AR-реальности. В рамках этого приложения было разработано более 90 характеров на основе детских детей. Второе приложение RoboFriends с похожей механикой, только уже с другим продуктом. Также сканируется QR-код. Можно видео, пожалуйста? Да, спасибо. Сканируется QR-код, выбирается понравившийся робот и дальше за апгрейды происходят, его модификации, выбор цвета, он танцует, можно записать собственную музыку или песню, и дальше все заканчивается AR. Дальше. 300 миллионов охват в целом получил проект в SMM, 112 тысяч подписчиков. 2,5 миллиардов просмотров на TikTok нашего челленджа, 10 миллионов просмотров на нашем YouTube-канале и 105 выпусков. Дальше также были разнообразные партнерские программы с различными компаниями, со Сколково, с разными форумами детскими и фестивалями. Я рассказала только маленький кусочек очень большого процесса. Стоит только заметить, что когда мы довольно серьезно интегрировались в процессы компании Yummy United, мы
отчасти начали разделять их миссию и увидели, что в каждом ребенке действительно спрятана уникальная творческая личность, и дети на самом деле намного креативнее взрослых. И очень здорово, что можно помочь ребенку проявить эту творческую личность, а главное дать ему понять, что он может что-то менять действительно вокруг себя и менять мир, скажем, к лучшему. Как бы пафосно это ни звучало, но тем не менее это так. Спасибо большое, у меня все. Будьте здоровы.